Ну как так можно жить? Ах, тяжелая жизнь фанатки. За что? Ну хоть где-то. Ну, наверное, да. Да, это тоже я. Боже, Акиба, я хочу вам кое-что показать. Погодите, с чего бы начать? С чего бы лучше начать? Живо! Кто из вас лучше? Так, понятно. Свет! Итак, сегодня мы решим, кто же из вас лучший. Но сначала я покажу вам фанфики. Вот, это фигбук. Здесь про вас пишут фанфики. Сэм и Дин? Что? Но однополые отношения, это же грехопадение! Однополые отношения. Ой, да что ты говоришь? Может, ты еще инцеста испугаешься? Ладно, отложим это в сторону. Фанаты и не на такое способны. Уж я-то знаю. Меня даже зовут Кай. А мы никого не забыли? Почему среди нас на Акибе всего лишь два аниме-фэндома? А какая, извиняюсь, разница? Мы можем с тобой уединиться, и ты забудешь об этом вопросе. Секундочку. Какого черта здесь делает этот черт? Да я тебя сейчас очищу! Может, тебе подать ведро? Ух, я безоружен. Жди здесь и никуда не уходи. Зря ты так с ним. Почему вообще враждуете? Что ты ему такого сделал? Чё ты лезешь вообще? Это не твое собачье дело, старикашка. Извините, это мне говорит фэндом, который бросает на полпути прочтение за количество глав? Да ты даже предложение без мата сказать не можешь. Ну, значит, победила дружба? Идея. Давайте забатлимся! Эй, но нас теперь нечетное количество. Где же все аниме? Ну, без понятия, кто знает, где они? Да не аниме я, а Вока! Но даже если так, то я все равно лучше, чем вы все с копом! Айоу, с вами Татаратор, и это аниме батл. Пошумим, пожалуйста. Сегодняшний судья? Да, я. Противник слева, представьтесь. Я самый лучший уталоид, вокалоид, попробуй победи. Но и то у тебя выйдет, только если силы твои бок утроит. МС справа? Gravity Falls. Ну что, Акиба, шуму?
руководство по борьбе с обнаглевшими голосовыми программами. Первый раунд. Косплей, парик, шиньон, каблук, утюг, замер, тканина. Рисовка, манга, овы, сабы, юри, яой, тентакли. И аниме, картины с цензурой там, где дыры-дыры в сюжете, не пошлите, это ведь детский мультик. Вампиры, бара, гремы, игра, история, меха, науки, да, романтика, все, дисонен, дадите, фантастика, уж драки, ес, да, раунд! Ну какое из тебя аниме? Да то, что ты стал популярнее Атаки Титанов прошлого года, еще не значит, что ты станешь лучше поколения всего вокалоидного рода. Ну какая у тебя анимация? О, да, конечно, у нас тут технологический прорыв, все дела, но даже то, что ты используешь все эти недешевые средства, не спасает тебя от плачевного конца. Ну какой у тебя сюжет? У меня его тоже нет, но это не мешает мне собирать стадионы, а ты берешь свои эшелоны и идешь атаковать дешевые детские сторы. Раунд. Второй раунд. Гефы, поехали. Шуму для гравити. Лук тебе. Вот такой. Моя история дарит свет, развивает мозги и питает детские души. Твои же песни настолько сыры, что почти протухли. Осталось завернуть их в рис и съесть как суши. Раунд! Поаккуратнее с языком, молодой человек. Блин, буду гангстером. Дискриминация! Почему только трое анимешек? Причем гибли абсолютно другой уровень. С кем будет батлить отец анимации? Чё, кого, салаги? Нужна моя помощь? А, у вас тут бой? Тоже коцаетесь из-за равенства мультивселенной? Что же, хотите, я вам скажу, какой фэндом самый жестокий, самый брутальный, самый культовый? Вы все, конечно же, уже знаете этого парня, поэтому представлять его нет никакого смысла. My little pony, my little pony. В чем сила, брат? Магия. Воистину. Чувак. Братан. Товарищ. Мне срочно нужна твоя магия. Про быстро. Магия. Что с тобой случилось? Где докторы? Куда ты дел сверхов? Исчезла. Она просто исчезла. Она бежала, она что-то там начала делать, и бум! Ее нет! Опа! Она исчезла, своей отвел. А вот и я. Я слегка не вовремя. Черт, как всегда барахлит чувство времени. Что интересного я пропустила? И кто это? Ты с ним позже познакомишься. Пока ни одного победителя не было. Мы не знаем, что делать. Безысходность, безысходность, безысходность. Так, спокойно. Где пушистый праведник? Он бросил меня ведром со святой водой, когда я от него оторвался, потом споткнулся, и больше я этого интересную личность не видел. Да и черт с ним, хватит тянуть. Я действительно достойна победы. Ladies дабы and gentlemen, господа. In right ring, my... Справа бить стало лейкольщика. And in left ring, слева всебирный сапог. Okay, are you ready? I don't hear you, are you ready? Запереводимый крик, уберите его со сцены. Fight! Battle!
Мисс, прошу прощения. Мои английские корни не смогут простить мне, если я пропущу сей прекрасный час. О, да, конечно, прошу вас. Не хотите присоединиться? Сладенький. Да ёшки смесис! Что? О, да! На этой замечательной ноте мне бы хотелось кое-что сказать. Знаете, любой фэндом уникален. Неважно, что за страна его создала, неважно, какой жанр у фэндома, неважно даже то, сколько у него поклонников. А важно то, что каждый чему-то учит. И невзирая на все трудности, через которые нам пришлось пройти, мы, я и фанат, приняли решение, что лучшего фэндома не... Не сыскать лучшего фэндома. Ты, как всегда, права. Тоторо поистине заслуживает награду лучшего фэндома. Прощения у всех фанатов «Игры престолов». К сожалению, этот фэндом по дороге к нам успел потерять всех, кто еще оставался жив.